Вітаю всіх глядачів телеканалу Ікспорт. Напевно, постійні наші глядачі безумовно знають, що головною подією цьогоріч в світі мотоспорту в Україні є етап чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками або колясочного мотокросу. Ну або сайдкар-кросу. Саме так ця дисципліна називається англійською. Цей етап відбудеться 18 та 19 травня на трасі в Бучі. Це передмістя Києва. І, отже, напередодні цієї дуже цікавої події, яку транслюватиме. Телеканал Експорт. Ми запросили до студії дуже цікаву людину. Це триразовий чемпіон світу з колясочного мотокросу. Латвієць Каспар Ступеліс. Вітаю тебе! Е, ну, Придется, вероятно, перейти на русский, тебе будет так э, проще воспринимать. Скажи мне, Каспарс, э, мы с тобой встречались еще в первый раз, наверное, в 2009 году в Черновцах, и вот ты в Киеве, то есть ты уже Украину знаешь, наверное, больше 10 лет. Насколько тебе понравилось сейчас, что изменилось и изменилось ли что-то в нашей стране? Ну да, я в Киеве много не был. Я в прошлом году только приезжал первый раз в Киеву и очень понравился город. И мне нравятся эти страны, потому я в этом году уже вторник прилетал сразу из Чехии сюда. И всю неделю буду здесь провести и с, с другом пожить вместе, потренироваться и выступить. Ну, буквально несколько дней уже осталось до этого чемпионата. Я думаю, что действительно постоянные зрители нашего канала знают об этом первенстве. Телеканал «Экспорт» уже третий год подряд его освещает. Мы показываем частично и прямые трансляции, когда они есть, и показываем репортажи с отдельных этапов. Но кто-то наверняка есть тот, кто вот всегда впервые сталкивается с этой дисциплиной, то есть все понимают мотокросс, а тут колясочный мотокросс. И знаете, среди тех людей, которые сталкиваются с этим, они спрашивают обычно: а что там делает вообще второй пилот? Да, я хотел бы. Э -э -э как бы обратить внимание на то, что э, Каспар Ступолис — это колясочный пилот, это второй пилот, это тот человек, который находится в люльке. Что ты там делаешь в этой люльке? Что какая задача колясочного пилота? <сосы> Я хочу сказать, что колясочек может э, очень много рулить или помогать мотоциклу идти быстрее или медленнее вперед. ну как бы коляска находится в одной стороне, у нас находится на правой стороне англичане или из, из других стран, да, тоже есть. они едут с левым с колясками и колясочник старается балансировать мотоцикл если ты хочешь быстрее заехать гонщик хочет быстрее заехать правый поворот тогда мне надо совсем низко на правом повороте удерживать коляску вниз и то же самое на прыжках я могу мотоцикл вперед поставить на заднем колесо или одну или другую сторону потому что это мотокросс и трасса неровная и тебе все время как в, коля... в коляске надо читать трассу и чувствовать мотоцикл. То есть ошибка колясочного пилота может привести и в том числе и к падению, да? К да, 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 да. Или, или выигрышу. Безусловно. Да. Поэтому два человека, экипаж, и становятся чемпионами мира. Тебе удалось стать трижды чемпионом мира, дважды с Дэниелем Вильямсоном, который является самым титулованным гонщиком в колясочном мотокроссе. Он десятикратный чемпион. Ну и один раз с Этьеном Баксом. Сейчас вы снова ездите с Этьеном Баксом. А с кем тебе интереснее было работать? Вот с Вильямсоном или с Баксом? Можно ли вообще как-то сравнивать? этих двух пилотов? Можно чуть-чуть сравнивать, потому что они оба голландцы. Они оба... Я думаю, что они оба большие таланты. И, и, и я чувствую, что вот это с Баксом, это моя команда. Я я вот так, как я на мотоцикле с этим Эйтеном, себя чувствую, я никогда ни с, ни с кем не могу сравнять это, это чувство. И Хорошо, мы только один э, чемпионат э, мира выиграли один раз вместе. Э, но... Да, но при этом я посмотрел, вот как раз вы ездили вместе и в 2012, и в 2013, и в 2014 годах, да, специально да. поднял, то есть вы были вице-чемпионами да. и, наконец-то, в 2015 выиграли. Да, да. А после этого ездить вместе перестали, аж до 2018 года. Почему? А он... Он вообще свою карьеру начинал с братом ездить. И брат Робби Бакс, он теперь тоже едет с чемпионата мира. В прошлом году он с Вилэмсоном ездил в одной экипаже. И Робби всегда был, когда они начинали, Робби был чуть младше и, и меньше. И Эти он мог по росту уже ездить в чемпионат Европы. И Робби еще нет. И когда а, Робби вирус, он мог ездить в чемпионат Европы, тогда Эти уже мог ездить в чемпионат мира. И так и все время это а, прошло, и он обещал, а, а, обещал своей семье, что один год они будут а, оба братья вместе ездить. Они проехали один да, год, но да. после этого он снова не позвал тебя, позвал. А ты поехал с Янисом Дайдерсом. Да. А он поехал с Николя Мюссе. Довольно неожиданное было решение для всех. Да, у нас там разговоры были, что может быть надо опять вместе ездить, но как-то он выбрал Мусета, не знаю почему. Не рассказывал, почему. И после этого года мы опять договорились, что будем ездить вместе. Да, и это уже второй год. Ну вот как раз мы сейчас видим один из стартов, это э, третий этап чемпионата этого года, Олдебруке, да, насколько была интересная гонка там и... Знаешь, один из вопросов, а я перед тем, как, в общем-то, ну, проанонсировал наше интервью на Фейсбуке, да, я предложил собирать вопросы, задавать вопросы тебе, я отобрал лучше. Так вот, люди, как раз буквально сегодня, мне уже те, кто не успели задать вопросы, звонили из Львова и говорили, слушайте, а задайте обязательно вопрос, почему они так плохо стартуют. С Этьеном. ведь действительно у вас в этом году ни одного холшота, вы уже э, победили как раз в Олдебруке. вы были ну, безусловными фаворитами там, но ни холшота не было, то есть вы не были первыми со старта. Почему? Ты в прошлом году в Черновцах был? Да, разумеется. Виде видел старт второй. Да, когда вы оба перевернули, к сожалению, тогда произошло. Очень жесткое падение, при том, что на тот момент был травмирован и, Этин, да, и Этьен, и Каспарс. У Каспарса у тебя там у тебя ребра да, были, ребра, да, да. у Этьена пластина. И вот представляете себе, после этого экипаж в первом повороте улетает и довольно сильно... Знаешь, да, многие говорят, что эти все 30 экипажей, которые стоят на старте, они все хотят выиграть. Если мы... Нас... Хотя хотим хочем с, с, сравнить с другими экипажами из э, первых мест, тогда мы чуть-чуть э, тяжелее, чем, чем они. Может быть это это может быть то, что в прошлом году э, происходило, что мы два раза очень трудно падали от старта. А, может быть это этот вопрос. Но все хочет выиграть и когда мне задают этот вопрос, э, почему такой плохой старт у вас, я всегда отвечу, что самый главный финиш. Понятно. Ну да. или можно было бы сказать, задавайте этот вопрос Этьену, да, у него ручка газа. Ну да, но ну, да? колясочник тоже может много сделать на старте, свою позицию принять, но... Да, но это нелегко. Мы работаем на это и еще не нашли э, своего своего чувства на это. Но ну, как бы мы в этом году, в прошлом году мы стара, мы знали свою проблему и мы старались каждый раз что-то другое менять. И тогда в один момент ты сам не знаешь, что случ случается. И и если я вспоминаю прошлый год, тогда в Чернохцах мы первый заезд э, выиграли, выиграли да. и мы выиграли старт. Да. И это чувство было обратно хорошая. И второй старт, мы ездили вторые в первом повороте, но Фелдман убрал... Я как раз хотел спросить, здесь очень много было тогда обсуждений этого старта, то есть первый поворот, очень сильно сужается трасса в нем и соответственно поворот правый, да, то есть колясочному пилоту нужно вывеситься в правую сторону. Угу. Есть мнение, что тебе просто некуда было вывешиваться и поэтому мотоцикл перевернулся не, на нет, левый Нет, бок. Не, не так было. Мне было место, места мне хватало, но когда мы смотрели видео, видео и фотки потом, просто Фелдман, экипаж Фелдмана они ездили так близко к нам, что у колясочника Фелдмана у него не было места. Он как бы своим плечом... Убрал эту, эти она э, с рукой, и тогда мы сразу перевернулись. Понятно. То, что и Ну давай, может быть, немножко поговорим в общих чертах. Люди задают вопросы. Вообще вот Пайко мозгаль такой есть у нас любитель колясочного мотокросса и человек, который сам занимается, просил узнать, а вот как у, у Каспарса возникла вообще идея сесть в коляску и э, ты вроде бы занимался лыжами. Это неправда, что я занимался лыжами. Ага. Я этот вопрос э, читал. Я лыжи использую для подготовки. Я раньше 2-3 года назад я я выступил в чемпионате Латвии или маленькие гонки в, э, на лыжах, потому что я я беру это как подготовку себе в зимой. Хорошо, как ты в коляску то попал? А, мне отец тоже ездил с коляской а, своим братом, но мой отец был за рулем и брату его, мой крестный, он был в коляске. И не знаю, я после этого как-то чувствовал, что мотокросс мой, мой спорт, но мотокросс не так уж легкий спорт, что ты можешь вот один день придумать, что вот ты будешь с мотоциклом ездить и ты будешь это делать. Там много деньгах надо, много спонсоров, команду надо и все. И потому я не, не сел за рулем, но сел в коляске, потому что ты можешь уже приходить в готовую команду и дать свой, свой опыт. Ага, прекрасно. Но а вот вообще ты умеешь водить мотоцикл? Можешь себя назвать мотоциклистом? Да, да, я, я, я думаю, что я более-менее там нормальном уровне могу с одиночкой ездить. И... На кроссе. Да, 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 да. И с коляской тоже я умею да, ездить. Есть мнение, знаешь, что топовые пилоты, да, такие чемпионы мира в разных дисциплинах спорта, они достаточно богатые люди. Ты богатый человек? В сердце, да, да. А в жизни, насколько действительно этот вид спорта позволяет существовать, насколько он приносит какие-то материальные блага? Конечно, это, это труд, труд, трудный вопрос, потому что менять такого уровня как формула 1 или или соло мотокросс но мы стараемся идти э, в ту сторону но с другой стороны я я уже 19 год делаю то что я хочу я мо, я могу отдохнуть я могу себе позволять что я хочу в нормальных храмах э, и я думаю что это тоже тоже неплохо но тебе приходится работать, я знаю, еще как менеджеру, да. Вот один из вопросов тоже, который поступил, ну я понимаю его смысл. Пару лет назад вы с Этьеном выехали в США на зимнюю подготовку для того, чтобы искать, ну, готовиться, да, и популяризировать там спорт. Насколько в США готовы, заинтересовались каркросом потому что ну мотокросс там действительно находится на очень высоком уровне и гонщики там, в общем-то, топовые получают нормальные деньги, это все-таки Соединенные Штаты Америки. Если такая перспектива у ну, это трудный вопрос, потому что э, трудно сказать. Вот когда мы прилетели обратно из Америки, вот э, нету так, что тебе звонит телефон и кто-то что-то предлагает. Но ну, это но год позже или пару месяцев позже мы договорились с Монстром, как спонсором. Мы попадали в Transworld магазин, есть такой журнал у них, очень самый-самый популярный у нас там интервью было. Они видео снали, сняли и мы старались и в своей стороне сделать то, что мы могли. Конечно, этот был первый раз, было бы хорошо, еще один раз это сделать, потому что друг, второй раз мы уже зна, бу, знали бы когда, а, где показывать себе, потому что мы были времени первого Аннхейм, первого суперкросса, и тогда все думают только об этом. Ну, никто не не идет, не идет. хоть заинтересовались да, чем? то Там... было интересно? Ну да, что... было интересно, но но э, это могло быть совсем по-другому. Я думаю, что надо найти время в конце сезона, когда у них э, э, нормальный мотокросс заканчивается, не суперкросс, но мотокросс алдор, который называется, я думаю, там и в алдорах, может быть, и могли бы сделать какой-то круг или пара кругов. Понятно. По в козлуху. общем, что-то может получиться. Там, я да? надеюсь. Ты говорил да. о физической подготовке, да, о том, что ты занимаешься лыжами, я знаю, ты занимаешься велосипедом, а используешь ли ты какие-то специальные программы физической подготовки? Вопрос от колясочного, ну, от рулевого коляша Дмитрия Киселя. Думаю, ты знаешь. Это украинский пилот из специальной программы физической подготовки к сезону мирового первенства. Ну, что значит специальный? Ну, конечно, я использую. Я, я каждый год что-то стараюсь новое попробовать на свое тело, и тогда э, ты смотришь какие. -то... Тебе чувства и какие тебе... Но чем результ... ты занимаешься? Вот что ты практикуешь? Из чего состоит твоя подготовка? Бегаю, плаваю, на лыжах еду, велосипедом еду, йогой занимаюсь, э, роллер, скинг. Э, Есть такие э, то же самые лыжи, но, но только на колесах. Э, в, в спортзал иду. Все, все Понятно, что... все, все работает все на дело. самом да. деле. Скажи, пожалуйста, вот э, еще тоже вопрос вот от Арни Сахому тебе наверняка знаком этот человек. Откуда вы берете столько мотивации, чтобы заниматься столько лет? Тебе э, можно я открою тайну, сколько лет тебе? Да, Если да, нет, конечно. 36 да, лет, Каспорсу Ступолису, да, сюда, и для мотокроссмена, например, в сольном мотокросе это возраст, когда уже все заканчивают карьеру. Я думаю, ты об этом не думаешь. Так вот, откуда у тебя мотивации заниматься этим столько Знаешь, лет? Знаешь, вот. Мотивация никогда не была моя, моя проблема. А, наверное, этот а, вкус, а, когда выиграешь гонку, иногда ты думаешь, вот а, в прошлом году или этом году я выиграл оба заезда в Олдебруке. Оба. И ага. это получилось. Последний раз я это сделал в 2015 году. И в 2004 году я выиграл свой второй чемпионат мира и 11 год позже я выиграл сетеном в 2015 году, просто ты да, вспоми года. вспоминаешь это чувство и, и это то, что ты хочешь хочешь добраться и когда ты выиграешь одну гонку, ты хочешь выиграть другую, когда ты, когда ты выиграешь один чемпионат, ты хочешь выиграть еще один и это как бы... Так и двиг, я двиг, думаю, двигаюсь Двигаемся вперед, да. Каспар, хотел бы спросить еще о том, вот трасса в Черновцах, трасса в Буче, да, насколько сильно они отличаются на твой взгляд, какая трасса интереснее, может быть, какая лучше на твой взгляд? А мне больше, для меня, мне больше, лучше понравилось ездить, потому что в Черновцах трасса очень э, скоростная и легкая, технически легкая, потому что я думаю, что в Черногорцах они могли сделать что-то, знаешь, скорость каждый год поднимается, и мы можем э, перепрыгать какие-то прыжки э, трудные, и уже много, не только вот 2-3 экипажа, но уже, может быть, 10 или 15 экипажей может это сделать. И э, в Черновцах очень, если мы смотрим квалификацию, тогда там первые 10 экипажей в квалификации были почти в одной, одной секунде. Да, да. да это, это очень трудно сделать разницу. Я в прошлом году тоже знаю первый заезд, Херман съездил э, сзади нас, и он был одну-два секунды, и мы... Делали все, что мы можем, но ты не можешь уехать. Ну, я Здесь ду... у вас получится уехать, я, да? Я, я, да? я, я надеюсь, но, но я... Вы перед этим этапом буквально утратили красную пластину лидера. Я думаю, что на этом этапе вы попытаетесь снова вернуться. У вас там разница в баллах небольшая между вами. Да, 6 очков, да. А, Каспарс, ну вот, что называется, на прикинси то есть в конце хотелось бы задать интервью, вопрос от девушек тут написали тебе, вообще спрашиваю девушки, как чувствует себя мужчина, которому постоянно приходится обнимать другого мужчину? Ведь ты сдержишь своего рулевого постоянно то за талию, то за все. Не возникает ли между ними каких-то особых отношений? Нет, таких нет у меня. Хорошо, тогда вопрос, как ты проводишь свободное время, что греет сердце и душу, что тебя вдохновляет? Очень возвышенный вопрос тоже о девушке. Не знаю, мне нравится смотреть соло, мотокросс, иногда мне нравится просто Бить под озером или не делать ничего, потому что когда ты в выходные, тебе столько внимания из, из всех и ты столько должен делать, когда мне свободное и когда нету тренировки, просто я хочу не делать ничего вообще особенного. Ну що ж, спасіба Касперс. Мені приємно було з тобою пообщатися. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас в гостях був триразовий чемпіон світу з сайт Каркросу. Латвієць Каспар Ступоліс. Вже 18 та 19 травня на трасі в Бучі відбудеться п'ятий етап першості 2019 року. І саме там ви зможете побачити, сподіваюсь, успішний виступ цього тандема Касперса Ступоліса та його рульового пілота Етьєна Бакса. Ну а глядачі телеканалу Експорт зможуть побачити фінальні заїзди наживо в прямому ефірі о 13 о 13 годині та о 16 годині я дякую вам за увагу з вами був антон Топчий. болівайте за мотоспорт і неодмінно зустрінемось